Ребята, всем привет! Мы снова в плане танго и смотрим следующий танец от Михаила Чудина. Что вы танцевали? Это была мелодия фриседом, чтобы не соврать, на Исла де Капри. Мой испанский оставляет желать лучшего. Muy bien. Хорошо, это была импровизация? Да. Импровизация, но с элементами хореографии. Нет, чистая импровизация. Чистая импровизация, но это просто самая любимая ваша песня. Знаете ее сильно хорошо, я так понимаю. Да, я ее действительно знаю хорошо. Это те самые мягкие ритмы, про которые мы говорили. Не сочтите за рекламу. Один из наших курсов в Планетанго называется «Кот Мелангера», и там мы как раз работаем... Кот или код? Да, игра слов, совершенно точно. Код, кодификация. И там мы много работаем с красками, которые помогают выражать такие мягкие ритмы. Поэтому вот, это то, к чему мы, скажем так, фоново готовы. Они шли к этому 5 лет. Так что, ребята, смотрим и записываем вопросы, которые зададим ребятам в комментариях. А уж что они получат за этот главный вопрос, интересный, какой приз? Ребята озвучат в следующем видео, которое вы ждите на канале Прищепов ТВ. Смотрим видео. Thank you.
как вам видео? Понравились? Они очень старались. Для этого работали 5 лет. Ну, 5 лет мы работали вместе, а каждый по отдельности 7. Колоссальный срок. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кому не нравится, дизлайки. Подписывайтесь на канал, колокольчик. Пока-пока. Счастливо.